сорт острого перца Monkey Face Yellow переводится как лицо обезьяны желтое. Этот сорт относится к виду Capsicumanum. Такой вот необычный. Смотрите, какие стрички у него. Они чем-то похожи на обезьянку. На лицо обезьяны. Они такие все покрученные. Имеют такую сморщенную структуру. Это высокоурожайный сорт. Плоды могут достигать до 8 сантиметров в длину. Плоды имеют фруктовый аромат. Срок созревания таких плодов от 90 до 100 дней. Острота от 3000 до 10 тысяч сковелей. Высота растения может быть достигать от 50 до 70 сантиметров. Вкус у этих плодов необычный, фруктовый. Чем-то напоминает спелое манго. Это вот такие вот интересные ребята. Сейчас я вам покажу сблизи, как они выглядят. Вот здесь уже спелые, вот на этом кустике. Вот такого плана, смотрите. Красавцы. У меня кустик где-то сантиметров 40 в высоту. Плоды не толстостенные. Такие вот. Вот смотрите. Его можно выращивать как в открытом грунте. Также можно выращивать и на подоконнике, в горшках. Горшок нужен будет где-то в пределах на 6 литров. От 6 до 8 литров. Плоды в незрелом состоянии плотные, очень плотные. Ну, когда уже созревает, они становятся мягкими. Это как бы уже, у меня уже перезрели. Я приезжаю раз в неделю на дачу, так что не успеваю все срывать. Вот такие вот красавцы, смотрите. Они созревают от зеленого до желтого, ярко-ярко такого желтого. Вот, и в конце становятся оранжевыми.